Красивые, яркие детские площадки, заасфальтированные дороги, освещение, замена бордюров – все это входит в программу «Алматинские дворы». Из почти 3500 дворов в городе было благоустроено свыше 2000. Один из таких дворов был обустроен возле первого дома в 12 микрорайоне еще в 2008 году. Спустя 6 лет жители стали жаловаться, что детская площадка не соответствует нормам и вовсе небезопасна для детей. Понимаете, мы хотим, чтобы детям сделали хотя бы те же горки, качельки, огородили. Качельки ненадлежащим образом установлены. Вот это все наружу, ребенок здесь разбил голову. По словам руководителя отдела коммунального хозяйства, на благоустройство этой площадки деньги были выделены из местного бюджета. Площадка была обустроена и отремонтирована по всем нормам. Дальнейшее ее содержание лежит на КСК и жителях. После завершения данных работ все эти работы, все эти дворы, все переданы на обслуживание, дальнейшее обслуживание к представителю КСК. Дальнейший уход, содержание входит в компетенции представителя КСК и самих жителей. То есть, если вы хотите, чтобы в вашем дворе была красивая и, самое главное, безопасная детская площадка, все в ваших руках. Жителям необходимо проводить общие собрания, на которых надо требовать от председателя КСК, чтобы качели, горки и турники ежегодно красились. Кроме того, руководители КСК должны предоставлять отчеты о проделанной работе и на что конкретно были потрачены целевые. Если же жители не устраивает работа председателя КСК и они считают, что деньги тратятся не по назначению, они могут обратиться с заявлением в районную прокуратуру или в управление жилья и жилищной инспекции, расположенное по улице Жарокова, выше улицы Тимирязева. Обследовать трубу и найти утечку без раскопок, больших траншей – таков новый метод предприятия «Сужье-Лесе». Для этого аварийные бригады используют современную технику – трассоискатели, течеискатели и оборудование по комплексному обследованию водопроводных и канализационных сетей. Теперь порядка 40-50% всех утечек в нашем городе выявляют с помощью такого оборудования. Для того, чтобы не проводить разрытие больших территорий, непосредственно находится местность, определенный участок с погрешностью буквально 10-20 сантиметров, и непосредственно раскопки ведутся там. Во дворе дома по улице Фурманова имеется утечка холодной воды. Чтобы определить место, специалисты использовали электромагнитный генератор и прибор трассоискатель. По генератору подается частота 33 Гц. Такую же частоту установили на приборе, чтобы все было синхронно. Нам прибор показывает с помощью сигнала приближение к трубе. Сейчас мы к ней приближаемся. Частота увеличивается. Мы к ней приближаемся. Определив место пролегания трубы и глубину ее залегания, специалисты приступают к поиску непосредственно самой утечки. Мы определили место прохождения трубы. Теперь второй этап – где эта труба бежит. Нам надо определить, поэтому мы ставим датчики. Корреляционный прибор 610. У нас есть современный корреляционный прибор. Прибор анализирует полученные звуки и определяет наиболее вероятное место утечки воды. Проводится раскопка трубы и устраняется неполадка. Также при помощи данного сканера можно с легкостью определить места самовольных подключений к центральному водоснабжению. Только в этом году было выявлено и демонтировано порядка 80% таких подключений. А с помощью прибора телеинспекции или робота специалисты проводят комплексную проверку всех сетей, чтобы определить, какие из них нуждаются в капитальном ремонте. Мы применяем в Алмате новый метод ремонта трубопроводов без разрытия. Называется санация трубопровода. Он применяется. А чтобы проводить санацию, мы должны знать, какое состояние трубы. Коррозийность, какая степень коррозийности, шероховатости трубы. Все данные параметры нам позволяют определить вот этот прибор телеинспекция. Сегодня 60% городских труб свой гарантийный срок отслужили и требуют замены. Только в этом году в Алматы вместо старых было проложено около 15 километров новых коммуникаций.